а светская львица Пэрис Хилтон на днях чуть не умерла от страха. Звезду решили разыграть веселые египетские телеведущие. Самолет, на котором летела звезда, будто бы начал падать. И пилот объявил пассажирам, что они сейчас разобьются. Эмоции Пэрис в тот момент словами не передать. Где пилот? Господи, я не хочу умирать! Когда знаменитость узнала, что это всего лишь розыгрыш для телешоу, она была готова убить шутников.